лежит. Желательно новый. И у нас уже 9-й поединок сегодняшнего вечера. И мы ждем в ринге Абдусаламов Халим. Прошу прощения. Абдусалов. Блин, ну как же? Абдусаломов Халим. Абдусаломов. Видишь, я скажу. Его оппонентом по схватке станет Карпенко Денис! Корниен! Готов, ходил. Бандаж есть. По прозвищу Питбуль. Место работы завод. Весовая категория 71 килограмм. А я сейчас тут заглядываю. Нас не гнал у нас. Напоминаю, что правила есть. Головой не бьем категорично. Локтем работаем только в корпус. Внимательно слушаем мои команды. Деремся активно. Уважаем друг друга. Руки пожали. И по углам. Готов! Готов! Поехали! Давай, 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 давай
Воду еще раз сюда, где? Готовы? Стой, когда шапка рухнет. Шапка рухнет. Камера, дайте пока. Давай, поставь. Шапка рухнет. 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 На ближнем углу я это Внимательно! На середину!
Друзья, действительно яркий и жесткий поединок. Парни, никто из парней не сдался, но судьба сыграла злую шутку, и врач остановил схватку. Ввиду серьезной травмы, победа присуждается! Победа! Петбулю! Давай на эмоциях радости вынь капу и скажи пару победных слов. Я очень благодарен организаторам стрелки, что дают такую возможность любому человеку, не взывая, ну, не как бы не беря вес, что уровень опыта, выйти сюда обычному еще парню, который даже на улице ни разу не дрался, прийти показать, извиняюсь за выражение, показать, что у него действительно есть яйца. Большое спасибо организаторам стрелки. Я сегодня это показал, извини. Все нормально, брат. Рака ракушка, да, вот действительно била в пах слишком маленько. Спасибо моему оппоненту. Спасибо всем, кто его поддерживал, кто меня поддерживал, моим братьям, братьям-славянам, как бы братьям со советских российских спецреспублик. Всем спасибо. Тренируйтесь, берегите себя, всем зож, тренируйте тело, дух. И вы добьетесь многого. Можете, всем спасибо большое. Можете дышать, можете тренироваться. Держи, это тебе отдаст. Дружище, честно скажу, дрался ты серьезно. Но случайно вот получилась такая история, ситуация. Здоровье есть здоровье, и оно самое ценное, что есть у нас здесь. Ты действительно воин, ты вышел сюда и показал, что ты не трус. Поэтому ты достоин победы. В следующий раз, я уверен, ты будешь победителем. Держи это тебе от нас на память. И если есть еще какие-то слова, скажи. На спорт кто не может дать гарантию. Спасибо тебе. Молодец.